Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. Скорее всего, вы уже видели объявление от компании за 13 января. Читаю для вас на русском языке. Дубай, 13 января 2019 года. Уважаемые партнеры, сообщаем текущие новости. IT-отдел. Мы завершаем работу на новой платформе и проводим тесты. Когда вы читаете это сообщение, руководитель нашего IT-отдела и главный операционный директор летят в Лиссабон в офис, где новая платформа будет загружена в течение понедельника. Как уже объявлялось ранее, когда партнер заходит в кабинет, с ним будет заключаться контракт, появится всплывающее окно, которое нужно будет прочитать и принять. Этот контракт соответствует законодательству Дубая и оговаривает партнерство между компанией и участниками, давая им право получать дивиденды. Сейчас вы должны увидеть конвертацию монет со старой платформы. Это стартует в новых кошельках на новой платформе. Как уже было показано в нашем Excel-калькуляторе, 10% Eagle Social Gold Coin можно будет обменять уже в ближайшее время. Остальное можно использовать для покупки пакета или апгрейда пакета. Относительно оставшихся монет, после покупки или апгрейда их можно будет использовать между участниками через систему ваучеров. Это означает, что участник А может продать эти коины участнику Б. При ICO монет начинается на следующей неделе. Это значит, что партнеры могут продать свои 25% монет другим участникам. Партнером считается тот, кто зарегистрировался по реферальной ссылке, принял условия контракта во всплывающем окне и оплатил активационный взнос $47. И теперь может выбирать между несколькими вариантами инвестирования. Первое – пакеты. Второе – ABC, или контракты, основанные на активах до 35 тысяч. ABCC – контракты монет, основанные на активах. Четвертое – продукты электронной коммерции. Так что новый партнер может купить монету у действующего партнера. Пакеты и контракты с выплатой комиссионных и бинарным вознаграждением, скорее всего, будут запущены завтра, и новые направления бизнеса из внешних источников будут выплачивать автоматически в течение 48 часов, в зависимости от заявок на вывод и в согласии с маркетинг-планом. Завтра, 14 числа, то есть сегодня, мы устанавливаем pre-ICO цены для непартнеров, которые уже обнаружили, что наши монета есть в листинге. На этой неделе наш президент и операционный директор будут в Лондоне встречаться, я так понимаю, с руководством LMEE, и на следующей неделе вернутся в Дубай, и нас ждут еще более интересные новости. Если перейти на сайт lmee.com, то мы здесь видим страницу, посвященную LMEE, это аббревиатура London Metal Exchange, то есть это лондонская биржа металлов. Я так понимаю, что здесь, собственно, совершаются сделки по покупке и продаже самых разных металлов. Я здесь вижу алюминий, медь, цинк, никель, кобальт, золото и так далее. И, видимо, поскольку компания Identification именно работает с монетой, обеспеченной золотом, возможно, это связано с этим. Ну, думаю, что позднее нам расскажут больше сведений, больше информации дадут. Также было выложено несколько скриншотов. На данном скриншоте мы видим монеты, выпущенные компанией Agro Social Coin, Eco Social Coin и Time is Money на платформе wavesplatform.com. На следующем скриншоте мы видим, я так понимаю, дизайн нового кабинета. Здесь указаны настройки тарифных планов, то есть вот они, пакеты начиная с $97, кончая $35 000. Так, это баллы. Здесь следующий слайд показывает управление бонусом, Indication Bonus Management. Я так понимаю, это бонус, который платится на 7 уровней в глубину. И здесь, насколько я понимаю, показано в зависимости от пакета, какой процент оплачивается. То есть
Получается, что, например, пакеты, начиная с пакета Elite, да, вот, например, начиная с пакета Elite, уже выплачивается вознаграждение на 7 уровней в глубину. Так, следующий бонус — это Residual бонус. Тоже на 7 уровней он выплачивается. И, наконец, еще один скриншот. Это Rank Settings. Это настройки рангов. То есть, я так понимаю, здесь речь идет именно о продвижении по карьерной лестнице. Ну что ж, скриншоты. Скриншоты есть. Работа над новым кабинетом ведется. Ждем, когда нам дадут доступ уже в наши новые кабинеты. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.